трасса 101. Приветствую, в эфире трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Госдума в ближайшее время может рассмотреть во втором чтении законопроект, ужесточающий ответственность за чрезмерную тонировку автомобильных стекол. Речь идет о штрафе в 1500 рублей, а при повторном нарушении 5000. Сейчас, напомню, размер взыскания составляет 500 рублей. Правда, если попасться инспектору дважды, не убрав тонировку после первой встречи с ним, то можно угодить за решетку на срок до 15 суток. Трасса 101. Hyundai Creta стал самым покупаемым в нашей стране кроссовером, новым, в 2017 году. Машина разошлась тиражом в 55 с лишним тысяч экземпляров. 44 тысячи и второе место у Renault Duster. Бронза досталась Toyota RAV4 – 33 тысячи реализованных авто. Также в десятку попали Chevrolet Niva, Renault Captur, Lada 4x4, Volkswagen Tiguan, Kia Sportage, Nissan X-Trail, Nissan Qashqai и Mazda CX-5. Трасса 101. Автомобилей какого цвета в России больше всего? Белого. Этот цвет лидирует и во всем мире, говорится в сообщении компании Axalta, ведущего поставщика лакокрасочных покрытий в масштабах планеты. Второе место досталось серебристому цвету. Это в России. За рубежом вслед за белым идет черный. Если говорить о более ярких цветах, то во всем мире наиболее популярен синий и его многочисленные оттенки. Такси на улицах российских городов практически уже не ловят. Согласно результатам опроса, проведенного одним из маркетинговых агентств, 76% наших соотечественников для вызова такси используют мобильное приложение. 15% опрошенных звонят в диспетчерскую службу. На долю голосующих на дороге пришлось 9%. Кстати, многие из них осознают, что занятие это небезопасное. Трасса 101. В Армению с 1 апреля этого года нельзя будет ввозить праворульные автомобили. С той же даты вступит в силу запрет и на куплю-продажу таких машин. СМИ пишут, что правительство республики пошло на это ввиду стремительного роста популярности авто с правым расположением руля. Стоят они не слишком дорого, а качество хорошее. Якобы еще немного, и Армении пришлось бы переходить на левостороннее движение. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Хакирова и в группе программы ВКонтакте. До свидания. Трасса 101.